На страже порядка. Молодые сотрудники отдела Министерства внутренних дел России по Ленинскому району Севастополя присягнули на верность Родине. Церемония прошла в Народном музее истории севастопольской милиции. Клятву верности Отечеству в этом месте приносили правоохранители и в советские годы. В украинские времена традиция была утеряна, возродить ее удалось лишь в 2014-м, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России. Я Лушев Денис Олегович, поступаю на службу в органы внутренних дел России, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Все сотрудники, впервые принимаемые на службу, в течение 2 месяцев после присвоения звания должны принять присягу. У нас принимали присягу сотрудники отдела уголовного розыска, отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних и отдельной роты патрульно-постовой службы нашего райотдела. Пожелать сотрудникам полиции стойкости духа и успехов в их нелегком деле пришел председатель Союза ветеранов Ленинского районного отдела милиции Виктор Николаевич Никитин. Охране общественного порядка в Севастополе он посвятил 27 лет своей жизни. Дослужился до звания подполковника милиции. О тяготах и опасностях этой непростой службы он знает не понаслышке. Глядя на них, себя вспоминаю. Молодым, как я пришел, как мои сотрудники, бывшие и подчиненные, у нас есть некоторые продолжатели, вот сейчас в действующей милиции служат, а их отцы уже со мной служили. Поэтому, конечно, мне приятно. Милиция севастопольская раньше, а сейчас полиция, всегда была в передовых. Лучше считалось не только в Крыму, но и даже когда-то в Украине, а раньше еще был, когда Советский Союз. Это имеется в виду, потому что подготовка, кадры всегда в Севастополе были сильные.